Доброго утра. Наверное, это стало очень хорошей, приятной и для нас, и для вас традицией, что в утреннем эфире на Первом развлекательном должна непременно звучать музыка. Музыка. Сегодня обязательно хорошую композицию исполнит Елена Бога, ну и аккомпанирует ей Игорь Знатоков. Встречайте. Eu tac Nu mă-ntreba Eu nu ți voi spune Eu de durere Pot să sac În urma dragostei nebune Nu mă-ntreba De ce iubesc Nu Eu nu ți voi spune Și dacă am să te-ntâlnesc Străin va fi și al tău nume Nu mă întreba, eu nu ți voi spune De ce mă supăr, ce gândesc Nici vorba ta Дорогие друзья, хотя в этой композиции и поется о том, что не надо спрашивать, мы обязательно расспросим наших утренних гостей, как они нашли друг друга в этом мире. Оставайтесь с нами на Первом развлекательном. Звуки саксофона, они на самом деле настраивают на положительный лад. И сегодня, как мы и обещали, после короткой паузы мы вернулись в студию для того, чтобы сказать еще раз доброе утро Игорю и Елене. Доброе утро. Доброе утро. Ребят, такой красивый тандем, такой вот дуэт, да, саксофона, на котором играет Игорь и Лена. Инструменты, на котором играет Елена и ее голос. Ну да. А как вы нашли друг друга, как соединила вас эта композиция и первые, ну, может быть, не последние ли это творение ваше? Я, во-первых, хочу сказать, что это уже второе наше творение совместное. Познакомил нас с Мариан Стырча, который и является композитором этой песни. Вот. Познакомились мы на записи уже. И, в принципе, хорошо сработались. И я надеюсь, что еще в дальнейшем будем сотрудничать, потому что выпала честь, чтобы в моей песне звучал золотой саксофон Одессы.
И вообще замечательный человек, очень талантливый. И сколько всего хорошего он может вот вам сам рассказать. Игорь был уже у нас в гостях. Я был в гостях, спасибо большое. Мне очень приятно было сотрудничать с замечательной девушкой, прекрасной певицей. И, конечно же, в связи с тем, что меня пригласил прекрасный, талантливый музыкант, композитор Мариан Стерча. И мне очень приятно. Это не единственная его песня, у него очень много хороших песен. Он большой мелодист. Это знает вся Молдова. Очень приятно. Спасибо большое. Ну и, собственно, очень интересная работа была на студии, конечно же. Были творческие поиски, были какие-то импровизации, дубли. И в конце концов, мне кажется, очень получилась очень хорошая песня, очень хорошая аранжировка сделана. Ну и солистка прекрасно исполнила, вдохновляя саксофониста на хороший проигрыш. Ну, Лена, насколько мы знаем, сама неравнодушна к этому инструменту. Лена просто сама великолепно играет на саксофоне. Лена просто скромничает, но она на самом деле, да, тоже хорошо играет, но мне еще далеко, конечно, до мастерства Игоря. Я бы еще хотела добавить про эту песню. Я недавно была в Японии на презентации альбома певца, с которым сотрудничала, и песня уже была готова. Я для них ее исполнила, и они меня попросили сделать текст на японском языке и как-то ее там запускать. То есть для меня это было вообще нечто такое уму непостижимое, да? То есть как в Японии, вот так вот наши песни и там будут. То есть сейчас работаем над этим. То есть постепенно, да, молдавские композиции, молдавские песни приходят на японский рынок, не только японские автомобили к нам. Вот так. Да, ну и наш вокал к ним. Да, да, это точно. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам хорошего вдохновения, еще ни одного совместного творения, ну и продолжайте играть для души и для людей. Благодарю. Спасибо, да, большое. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем нашу программу, и здорово понимать, что музыка, качественная, хорошая музыка является чем-то, что никогда не обесценится. Как, например, валюта. Угу. О топе самых обесценивающихся валют мира расскажет далее наш корреспондент Нина Смирнова.